Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня с вами Бухгалтер, и сегодня мы поговорим о таком канале, как АМ Пума на Ютубе. Ну или просто Пума. Канал здесь получается, на данном канале 923 тысячи подписчиков. Мы узнаем, сколько зарабатывает данный канал за последний месяц. Вернее, автор канала сколько заработал. А также узнаем, сколько вообще за все существование заработал данный канал на Ютубе. Смотрите, значит, на данном канале последний ролик был загружен. 40 минут назад ролик набрал 31 тысячу просмотров. Был прямой эфир. Также вот Пума Месси просит закрыть окно. 121 тысяча просмотров ролик набрал 20 часов назад, был загружен на канал. Также еще вот он ролик. Один день назад был загружен на канал, набрал он 172 тысячи просмотров. Мягкая постель для гепарда. Ичель. Потом вот Пума Месси не пустили на кровать. Пума Месси не пустили на кровать. 200 тысяч просмотров ролик набрал 2 дня назад, был загружен на канал. То есть автор канала выкладывает ролики на свой YouTube канал каждый день. Вот такой вывод сделаем. Хорошо, давайте посмотрим вообще самые популярные ролики. Сколько они набрали просмотров на данном канале. Смотрите, значит. Читаем книги вместе с Месси. 15 миллионов просмотров ролик набрал 10 месяцев назад, был загружен на канал. Также вот еще прогулка с Пумой Месси. День рождения Саши. 11 миллионов просмотров ролик набрал. 4 месяца назад был загружен на канал. Также вот 10 миллионов просмотров ролик набрал. Загружен он был 10 месяцев назад. Лучший доктор Пума Месси. Ну, популярных достаточно очень много роликов. Вот. Моем грязную Пуму. 5,5 миллионов ролик набрал тоже. Вот 4 месяца назад был загружен на канал. То есть о популярных можно много чего говорить. Хорошо. Давайте, значит, посмотрим старые ролики и узнаем, когда же был первый ролик загружен на канал АМ Пума. И уже будем отталкиваться от той статистики, сколько данному каналу лет. Вот смотрите. Первый ролик был загружен 2 года назад. Ну, конечно, если автор канала АМ Пума не скрыл свои предыдущие ролики, то есть старые. День рождения Месси. 307 тысяч просмотров. Кстати, ролик набрал. 2 года назад был загружен первый ролик на канал. Хорошо, давайте перейдем о статистике. Посмотрим статистику канала. И уже узнаем точно, сколько данному каналу лет. Вот смотрите, канал был создан 1 июня 2017 года. То есть все правильно, каналу полноценных 2 года уже. Третий год пошел данному каналу. На канале АМ Пума уже 190 миллионов 674 тысячи 873 просмотра. Вот описание, кому интересно, можете посмотреть, почитать. Хорошо, давайте теперь перейдем на другой сайт и посмотрим, сколько же данный канал АМ Пума, а вернее данный автор канала, заработал за последний месяц на своем YouTube канале. Смотрите, значит, на канале АМ Пума загрузок 416 видео. Сейчас давайте на русский переведу, чтобы более попонятнее было. Да вот, загрузок 416 видео, подписчиков 923 тысячи, просмотров видео 190 миллионов 585 тысяч 682 просмотра. Данный канал зарегистрирован в России, тип канала животное. Пользователь создан 1 июня 2017 года. Также нам статистика YouTube гласит, что канал был зарегистрирован 1 июня 2017 года. Общая оценка канала B+. Подписчиков за последние 30 дней на данном канале подписалось 44 тысячи человек. На 64% лучше, чем позапрошлый месяц. Также по просмотрам, смотрите, значит, видео просмотров за последние 30 дней на канале АМ Пума было 12 миллионов 689 тысяч просмотров. На 49% хуже, чем позапрошлый месяц. Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 3200 долларов до 50 800 долларов в месяц. Но на самом деле, все мы знаем и понимаем, что YouTube не заплатит 50 800 долларов данному YouTube. Начальный заработок данного канала составляет от 3200 долларов и более. Давайте посчитаем, смотрите, значит, 3200 долларов умножим на 63, получим 201 600 рублей. Это начальный заработок, от этой цифры нужно и отталкиваться. Но не меньше этой цифры зарабатывает автор канала АМ Пума. Хорошо, к этой цифре мы позже чуть-чуть вернемся, потому что за последний месяц автор канала АМ Пума заработал больше, чем вот эта цифра. Давайте пока посмотрим, что происходит в лайве на данном канале по подписчикам. Вот смотрите, как я вам ранее и сказал, на канале АМ Пума 923 тысячи подписчиков. Здесь статистика обновляется на
канале получается ежесекундно. Здесь можете смотреть статистику как по подписке на данный канал, а также по отписке. Все происходит в реальное время. То есть подписался человек, вам сразу покажет подписку. Отписался также, сразу покажет отписку. Кому интересно, можете зайти, посмотреть, как говорится, промониторить. Хорошо, давайте вернемся и посмотрим, значит, теперь детальную статистику данного канала. То есть мы узнаем и разберем, сколько за сутки набирает просмотров данный канал АМ Пума на Ютубе. А также узнаем, сколько за сутки подписчиков подписывается людей на данный канал. То есть разберем подробную статистику данного канала. Сейчас я все это на английскую версию переведу. Так, значит, смотрите. Так, 5.01.2020 года на канал АМ Пума подписалось 1000 человек. Потом опять за сутки вот еще 1000 человек. Тут сайт не зафиксировал почему-то данную статистику. Вот тут 1000 человек, 1000 человек, 1000 человек подписалось за сутки, 2000 человек подписалось за сутки. Ну тут 3000 человек, вот сейчас где-то, вот она, 3000 человек 1.02 подписалось, вот 1 февраля. 3000 человек за сутки подписалось. То есть на данный канал подписывается от 1460 подписчиков и больше. По просмотрам, смотрите, за сутки, значит, 508 тысяч просмотров за сутки, 278 тысяч просмотров за сутки, 288 тысяч просмотров за сутки, 210 тысяч просмотров за сутки, 323 тысячи просмотров за сутки, 422 тысячи просмотров за сутки, вот 572 тысячи просмотров за сутки, 648 тысяч просмотров за сутки и так далее. Можно говорить о просмотрах очень много. То есть данный канал набирает от 422 тысяч просмотров за сутки, не меньше этой цифры. Хорошо. Давайте теперь посмотрим вообще прогноз на будущее данного канала. Что ожидает данный канал через один год. А также узнаем через 5 лет, что будет ожидать данный канал. Вот смотрите. Через, получается, 12 месяцев, то есть через год, на данном канале АМ Пума будет 2 392 918 подписчиков. В данный момент 923 тысячи. Вот такие цифры по подписчикам будут через 12 месяцев. Также через 12 месяцев будет на данном канале 498 044 471 просмотр. На данный момент сейчас 190 674 873 просмотра. То есть в 2,5 раза увеличится результат данного канала. Даже в 3 раза увеличится результат данного канала. Хорошо. Давайте посмотрим через 5 лет, что ожидает данный канал. На данном канале через 5 лет будет по подписчикам 18 439 415 подписчиков, извиняюсь. И по просмотрам будет 4 020 800 713 просмотров. Вот такие цифры ожидают данный канал в будущем. Хорошо, давайте теперь перейдем на другой сайт и узнаем, сколько же за все время заработал данный канал на Ютубе. Сколько зарабатывает АМ Пума на Ютубе на сегодня? 2 февраля 2020 года канал АМ Пума заработал за все время 11 413 666 рублей. Вот такие цифры заработал данный канал за все время на своем YouTube канале. Вот обсуждение, видите, одно, один комментарий написан к данному каналу. Вот, видите, все, надо заводить себе Пуму. Вот такие цифры. Хорошо, смотрите, значит, АМ Пума зарабатывает на Ютубе 11 694 рубля в день или 350 830 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 01.06.2017 года. Вот такой результат за полноценные 2 года. Данный канал развился. Хорошо. Данный сайт нам говорит, что АМ Пума канал зарабатывает за месяц 350 830 рублей. Но на самом деле, вот смотрите, как нам Social Blade, данный сайт, говорит, что АМ Пума канал зарабатывает от 3200 долларов. Мы посчитали с вами, что 3200 долларов — это у нас 201 600 рублей. Но на самом деле за последний месяц данный канал заработал больше. Смотрите, на данном канале просмотров 12 689 тысяч было. Данный канал заработал, мы вот эту цифру умножаем на 2, получаем
403 тысячи 200 рублей. Это приблизительно точный доход. За последний месяц был. Автора канала АМ Пума. 403 тысячи 200 рублей. В долларах это у нас 3400 долларов. Извиняюсь, 6400 долларов. В долларах. И в рублях мы узнали, что за все время заработал данный канал АМ Пума 11 413 670. 4 рубля уже. Вот такие цифры за все время заработал данный канал. Ну что я вам хочу сказать. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!